Значит, друзья, мы с Юлей только что, играя спектакль про человека, который пытался прийти к любви, обнаружили истину. Сейчас мы вам ее расскажем. Начинаю. Я начинаю. Хорошо. Человек хочет прийти к любви, но он не знает, что такое любовь. Тогда он решает, что он будет искать любовь через противопоставление. То есть он будет искать любовь через то, что любовью не является. Например, он решает, что любовью не является война. И воевать он не хочет ни с кем. И рождается внутренний конфликт, и он начинает воевать сам с собой. Да, он начинает воевать сам с собой, пытаясь через войну с самим собой понять, а что же такое любовь. Но прикол заключается в том, что так любовь обнаружить невозможно, потому что любовь это не война. Любовь это любовь. И он таким способом не находит любовь, вместо этого он видит, что так как он воюет с собой, так и мир воюет с ним. И он говорит, какого хера, я же такой хороший. Я люблю вас всех. А означает, что я с вами не воюю, то есть я стараюсь не делать с вами то, что делаю с собой. Путает понятия. Да, он путает понятия и живет в войне. И в результате эта война, которая внутри него происходит, она выплескивается наружу и кругом война. Проявляется на мир, попадает в лабиринт, бесконечный лабиринт. Поиска любви, которую он пытается найти через противопоставление самой любви, он не видит, потому что любовью является все. Как только мы начинаем искать ее через противопоставление, мы попадаем в ловушку, из которой нет выхода. Нормально? Все сказать. Истина.